Глянь, ты меточки поставил. Сейчас прогрузится. Вот. Чуть-ка вы. Так, Гонза, мы за зону не можем выходить, я это не написал, ну, простите, как бы. У меня нету зоны, где зона? Чик. Где зона, папаша? Поле зона или что? Чисто поле. Травы. Можешь воевать тут поле. Ну вот поле, вот. Видишь, вот это трава. Вот да. Из травы выходить нельзя, все. Влево-вправо из травы, там, ну, метра два, может быть. То есть по зеленке не пройти, что ли, сейчас? Нет, нет. Ну а зачем так сделано? Ты сейчас зайдешь в траву, у тебя там чисто голова торчит. Ну такое. Пошли. Это я так чувствую по нашему душу. А, я понял, почему она не долетала, был фристайл. Правее чуть примите или левее. Чего они там стреляют? Они решили танк спалить. К танку тогда не подходить. Она, он, на него триггера нет, жена живет сейчас, поэтому не может. Будем тогда их ловить. Около танка свой? Ну, сначала у него еще триггер есть или это... Да, да. Ты что? Знаешь, кто-нибудь вперед пришел танка дальше? Надо сделать его не убиваем. А если ползать вас застроить, вообще никто не увидит, по сути, да? Да, да. Ну, миска короткая, 30 минут, поэтому. Верно. Это ты стрелял? Не, у меня сюда. Слева танка есть своя? Зона слева. Бегает?
пулемета ездили. Ты кидал? Нет. Соха, кидай гранату. О, кинул. Да, это Алекс кинул. Вы решили сломать игру с самого начала? Да, это да. Задачи капсом писать в следующий раз. Я знал, что так будет, я его сделал, поэтому не сделал проверку на живучесть танка. Я ж вас знаю, ты чё? А он бы починился, если бы мы рядом 5 минут стояли или нет? Ну, трак, скорее всего, там на ремонт гусеницы левая. Понял. Там будет изначально выбита левая гусеница, надо посидеть 5 минут у танка. Это только изначально. Ну, вроде FPS не низкий, я удивлен. А это все... А, это камыш. Это камыш, что ли? Да, да. Подожди, не камыш, а рогоз. Я помню, там срачи на эту тему были. Что камышом называть, а что рогозом? То, ты каждый кустик отдельно вручную вставлял или как? Ну, я сделал композицию, ну как, натыкал несколько, потом расканировал. Потому я не настолько псих. В таком случае нормальный FPS офигеть. Да. Только не понимаю, зачем такое длинное поле. Ну, я же думал, это по легенде, это пшеница, типа засеянное пшеницей поле, танк ехал, его подбили. А там, кстати, пшеница была, Паш, или она дерьмо выглядит? Я не нашел. А. Не, она точно была, помню. На фате есть пшеница, это в ДФ. Тут опять два БЕшника лежат в одном месте. Да, все БЕшники. Кстати, причем все в одной форме, в одинаковой, это нормально, нет? Ну это да. Разве? Да. Посмотри на лапы Кочегара и лапы Антона. А, тут еще и Кочегар есть.
У Кочегара с этим, да, одинаково. Но он там... Может, он переоделся? А разве можно? Ну тут-то да. Если это... Изначально эта композиция Поздам, я не знаю, на базе чего он делал. Если он делал на базе талибанов, то можно. Красавчик! Молодцы, герой просто. Что? Почему у меня Кочегар подсветился своим глазом? Потому что свой. Вот он. Почему же он свой? Два хлопца в одинаковой форме, ну-ка. И гранаты закончат. Лол, а почему у него форма как у украинского? Ты не поверишь, нет, у другого никак. Тоже форма как у украинца. Потому что тот ВСУшник, а это дебил. А, ну вообще, в принципе, так и было. Помните, в аэропорту там кто шарился-то зашел в здание аэропорта, не могли опознать свой, не свой. Расстреливал там кто кого, я не помню уже. А, было там, это, не могли опознать, это да, был враг. Да. Помню, это, по-моему, был Кочегар как раз. Тогда. А напомните еще раз, какими кнопками спектатор включается? Пробел. Пробел, по-моему, посмотрим. Боже, я на карте написал, работа? Есть кто живой. Боже, какой же Кочегар аутист. Я не могу. Ты врубайте. Думаешь, кто-то карту включал? А я подавил через кусты пулеметом кого-нибудь ранил вообще, нет? Да, ранил. Одного танка убил. То есть подавление работает? Ага. Ты Бизмота ранил, а его гранатой добил, походу. Ну я не знаю. У меня не было гранаты, у меня дымовая. Ну я гранату кинул свою, и походу его осколком убил. Кайф, спасибо. Я видел просто гранату, знаешь, бросай гранату, осколок прям тебе, бум! Ну не знаю, может это не осколок. Сейчас будет, да, давай. Меня вообще Детус убил. Да, он не говорит, что тебя убил, я в танк пальнул, а тебя убил. Красота. Четыреста метров. Меня вроде как поганило. Не понял, апфорт несли, не понял. Все нормально. Алекс, сорян. Ну ты аутист просто. Я еще хочу только сказать.